параллелитов очень важен для всех. Он собрал большое количество участников, за что большое спасибо всем, кто приехал сюда. И большое спасибо организаторам. Наверное, первое слово мы дадим именно организатору этого мероприятия, Максиму Владимировичу. Пусть он расскажет, почему он решается на это вновь и вновь, он проводит эту гонку уже в третий раз. Хочу сказать, как вы все заметили, что мы растем, скажем так, не из года в год, а за год и очень быстро, то есть как бы большими шагами семимильными пытаемся развивать это. Почему? Потому что наш регион, то есть Черноморский район и вообще Западный Крым, ну, в межсезонье, мне кажется, создан для таких дисциплин, как ралли-рейды, классическое ралли, различного вида там автомотокросса и так далее. Что хочется сказать по сегодняшнему мероприятию? Реально впервые я взвалил на себя очень много обязанностей, с которыми... Считаю, что совместно вот с Михаилом Лайленко, директором, мы справились. Но скажу, что гонка дается очень тяжелым путем. Во-первых, погодные условия, неоднократно меняющиеся. Во-вторых, протяженность гонки 800 километров в 2 дня. То есть это очень длинная дистанция. В принципе, про трассу в двух словах. Трасса будет очень жесткая, очень рулежная. Нет даже 100 метров прямых, не считая участка вдоль полей, там порядка 20 километров. Вся остальная трасса очень рулежная. Из предыдущих описаний, опять же, каменистая и жесткая. Спортсмены, думаю, что это оценят. Опять же, хочу сказать, что несмотря на что, сегодня мы принимаем за нашу историю наиболее большее количество участников стран СНГ, то есть, соответственно, дружественная нам Россия. Ну и хочу сказать опять же, что это еще не предел. То есть будем расти и делать гонки более качественными, более зрелищными и, скажем, более логически правильными. У меня все. Еще раз добрый вечер. В общем, Максимка уже сказал достаточно много хороших слов. Добрых, ласковых, нежных. Конечно, гонка далась ему, она еще не началась, а он уже... Немножечко в шоке. Действительно, было очень сложно подготовить. Гигантскую работу он провел. Вот. Но хочу заметить маленький нюанс. У нас началась пора сдачи экзаменов. Мы снова пошли в школу или в институты. Экзамены все очень просто, объясню. Допустим, сегодня здесь у нас присутствует председатель комитета внедорожных соревнований России, который, образно говоря, приехал посмотреть, а чем мы здесь дышим, если мы собираемся в сентябре здесь провести этап чемпионата России. Ну, в который раз мы себя вроде бы как чувствуем младшими братьями большой страны, но я так думаю, у нас есть чем их удивить и доказать, что, в общем-то, наши соревнования находятся, ну, никак не на более низком уровне, чем у них. Есть экипажи из России, которые это оценят, соответственно. Будем надеяться, что у нас все пройдет гладко, хорошо. В общем, надеемся на погоду, чтобы она нас не подвела. Вот, выражаем уверенность, что все силы гигантские, которые были потрачены и которые готовы потратиться завтра, послезавтра, они действительно, что их хватит до финиша. Ну, а цыплят по осени считают, там завтра уже и разберемся, послезавтра. Спасибо. Очень приятно то, что организаторы соревнований и Федерация автоспорта Украины принимает и с открытой душой, да, мотоциклистов в своих соревнованиях. То есть мало того, что мотоциклисты приносят как изюминку, да, вот соревнованию, так еще за нами нужен еще также отдельный уход. Вот. Очень приятно, большое им спасибо. И будем развиваться дальше, делать и международную гонку, развивать еще лучше. То есть сейчас, в прошлом году у нас были российские мотогонщики, в этом году у нас есть еще квадроциклисты из России, также есть вот один присутствует рядом со мной, новый мотогонщик из Москвы, который впервые приехал на Баха-Тарханку. Тут я думаю, что он сейчас может рассказать, почему он здесь, да, то есть он не был здесь. И он приехал сюда именно погоняться. Вот, пожалуйста, в двух словах буквально расскажи. Здравствуйте. Ну, во-первых, насчет организации, да, то есть сказали, что хотя гонка достаточно молодая, да, то есть она не проводится десятилетиями, это не Дакар, но сказали, что все на большом уровне, и хотелось приехать и перед этапом Кубка России попробовать все-таки
насколько большой уровень. То есть по тому, как встречают мотоциклистов здесь, я могу сказать, что уровень очень высокий. Это касается всего. Это касается и размещения, и встречи. Я думаю, что к автомобилистам отношение точно такое же. Это касается и регистрации мотогонщиков. И, то есть все расписано по минутам, ты знаешь, когда, что, вплоть до того, что ты можешь выделить время для тренировки и так далее. То есть все очень на высоком уровне. Завтра будет первый день гонки, и посмотрим, как будет там. Я думаю, что, как говорится, встречают по одежке, одежка очень-очень даже из бутика, спасибо, так скажем. Спасибо. Николай Кузнецов, он выиграл прошлый этап Бахатар-Ханкут, он занял первое место. Вот предоставим ему слово. Почему он приезжает сюда вновь и вновь? Добрый вечер. Ну, прежде всего, приезжаем мы сюда благодаря организатору Максиму Бурняшеву. Потому что, как бы, взять позапрошлом, в прошлом году, я так понимаю, это самое частое соревнование, которое проводится у нас на Украине. То есть традиционно это уже в прошлом году было два соревнования в году. В этом году в начале сезона одно и запланировано второе. Ну, на мой взгляд, как бы это очень интересное соревнование. Интересно подготовленное, качественно. Очень интересная, сложная трасса. Как бы на этот раз, мне кажется, она даже, может быть, с перебором сложная, но посмотрим. Но как бы могу сказать, что как бы вот организатор к этому вопросу подходит с душой, очень качественно. И я думаю, мне лично и очень многим участникам, которые приезжают, оно очень сильно нравится. И хочу пожелать господину организатору как бы успехов, и чтобы у него не угасало желание проводить их дальше и дальше. А мы со своей стороны будем пытаться поддерживать, ну и, конечно, участвовать постоянно. Спасибо. Александр, скажите ваше слово. Ну, я готов присоединиться к словам Николая. Мне здесь больше всего нравится качественное проведение этого мероприятия. Плюс ко всему, очень интересный ландшафт и всегда очень интересная и завораживающая трасса, на которой как бы есть возможность показать и свои навыки. Вот, и навыки техники проверить в самых жестких условиях. Вот. Ну а Максим Бурняшев, уровень соревнования каждый день растет. И это единственный человек, который так относится в Украине к организации ралли-рейдовых соревнований. Вот. Поэтому ему огромное спасибо. Ну а на гонку мы будем приезжать. Сколько будет у него желания их организовывать, столько мы будем и приезжать. Вот. Так что огромное спасибо. Ребят, предлагаю задать какие-нибудь вопросы участникам пресс-конференции. Все-таки хочется зациклиться на этой погоде. Вопрос к организаторам, к Максиму, к Михаилу. Все-таки вот погода для нас, к примеру, журналистов, для некоторых стала таким сюрпризом. Была ли она сюрпризом для организаторов? И что она изменила? То есть, что касается трассы, может быть, график поменялся? Или дополнительной подготовки к трассе? На ваш вопрос начну ответ с наших грунтовых покрытий. Они имеют специфическое свойство. Это глина. То есть это глина, которая, скажем так, она не глубококалейная, ничего, но она очень и очень скользкая. То есть погода внесла свои коррективы, причем очень сильно в плане количественных постов безопасности, отмены некоторых дистанций на спецучастке. То есть, опять же, это все день и ночь работалось уже непосредственно уже, когда погода внесла свои коррективы. Также, соответственно, погода очень сильно повлияет на количество зрителей, что для нас очень обидно. Почему? Потому что мы стараемся делать гонку таким же ярким праздником, как для спортсменов, так и для зрителей. К такой трассе мы готовы. Как бы я лично не совсем готов в таких условиях такой протяженности трассы. Автомобили готовы, резина готова, все хорошо, но как бы и в таких условиях, как вот мы сегодня на тестах пробовали, но мне кажется, очень тяжело будет пройти всю дистанцию, и если погода завтра как бы немного поправится, наладится, тогда как бы я думаю, что все будет проще, и мы сможем как бы добиться все-таки долгожданного финиша. А если как бы нет, тогда, я так думаю, директор соревнования будет носить изменения для того, чтобы мы все-таки как бы до него каким-то образом добрались. Я что могу сказать? Проба грунта сегодня уже была. Могу сказать честно,
она меня не разочаровала. Да, действительно, глина очень жирная, суглинок, то есть был подъем небольшой, да, но как бы проблем он у меня не вызвал. Мы, правда, сегодня не ехали там в спортивном режиме, да, мы очень аккуратно крались, грубо говоря, мы пробовали ее на вкус, на колесо. То есть, ну, в принципе...